Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня я хочу рассказать вам о том, для чего в практике садоводства используется вот такой ножичек замечательный. А используется он прежде всего для того, чтобы подготовить и зачистить срезы, например, после работы с пилой. Вот этот срез выполнен с помощью садовой пилы, достаточно хороший, он достаточно гладкий, но иногда требуется зачистить данный срез. И для этого мы можем использовать вот этот садовый нож. У него специально изогнутая форма, которая позволяет нам легко зачищать края спила. Ну, например, края спила, может быть, края какой-то другой раны, нанесенный дереву в процессе обрезки или при работе с прививкой. Вот в таком варианте мы используем садовый нож. Поверхность спила зачищена, и это обеспечит в дальнейшем более легкое зарастание данной раны. Также этот изогнутый нож может быть использован в качестве ножа для нанесения борозд на кору плодового дерева. Это специальный прием, называемый бороздованием, который редко используется, но, однако же, такой прием существует. Прием бороздования существует для того, чтобы активировать жизненные процессы и утолщение ствола у плодового дерева. На месте вертикальных надрезов коры активизируются все жизненные процессы, начинается образование свежей коры. Также бороздование предотвращает растрескивание коры. Итак, я рассказал, для чего в основном используется садовый нож данной формы. Также могу еще отметить, что при наличии соответствующей заточки данный нож можно использовать для разрезания коры при прививке почкой. То есть это Т-образные срезы и вот, ну, любые, собственно говоря, срезы, надрезы на коре. Вот. Такой нож хорошо иметь каждому человеку, который работает в саду. Иногда он бывает весьма полезен. А на этом, пожалуй, все про садовый нож. Уважаемые подписчики, задавайте ваши вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и до новых встреч!